Девочки, я выхожу замуж. Короче. Я же сейчас, типа, на карантине сижу, кто вон все подписан, знают. Ну и вот. Моих одноклассников был медосмотр. Мне звонит мой парень такой среда. Нам тут выдали медкарточки заполнять. Ну там, рост, вес, вот это все стандартное. Ну и я твою-то взял тоже, чтобы это, за тебя запомнить, чтобы ты потом не напрягалась. Вот, ну а что звоню-то? Тут спрашивают объем груди, талии, бедер и пальца. Ну а я этого всего не знаю, ты мне скажешь. Ну конечно я тебе скажу, кис, ну дело-то благородное. Ну объем пальца, да как я тебе не скажу? Конечно, Даша меня за дуру полную считает. Не очень приятный моментик, но ради объема пальца можно и потерпеть. Вот это у меня романтик, да? Объем пальца. Скинь мне объем пальца, Света, а? А не вот это.